Въездной турпоток увеличился в Хабаровском крае. По итогам 2015 года в Хабаровском крае увеличился въездной туристический поток. Как отмечает Министерство культуры, в прошлом году регион посетили около 24 тысяч иностранных туристов и около 500 тысяч жителей российских регионов. Чаще других край посещают китайские туристы. Поток увеличился почти вдвое и составил 12 тысяч человек. Сегодня министерство решает вопросы повышения качества и безопасности туристических услуг, ведет работу по созданию доступной и комфортной среды. В крае действует свыше 150 туристических маршрутов и экскурсионных программ. Созданы информационные центры в Хабаровске, Баненском, Вяземском, Нанайском и Советско-Гаванском районах. Начата реализация проекта промышленного туризма на базе передовых предприятий региона, отметила министр культуры края Наталья Якутина. Она также добавила, что по итогам года промышленные предприятия края посетили около 10 тысяч туристов. В рамках реализации проекта «Маршруты Победы» в регионе побывали 694 школьника из 12 регионов России. В рамках реализации проекта «Маршруты Победы» в регионе побывали 694 школьника из 12 регионов России. Ежегодно в крае проводится свыше 20 событийных мероприятий, которые направлены на повышение туристической привлекательности региона. Так, Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» стал своеобразной визитной карточкой. Ежегодно его зрителями становятся около 100 тысяч человек. Также спросом пользуется Международный фестиваль креативного туризма, Дальневосточный туристический форум, фестиваль подлёдного лова «Серебряная курюшка», фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром», фестиваль авторской песни «Золотой ситуан». Важным событием для туристической отрасли региона стало включение инвестиционного проекта круизного кластера «Остров Большой Уссурийский Шантары» в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы. На его реализацию с федерального бюджета в этом году будет выделено 367 миллионов рублей. Средства пойдут на реконструкцию набережной Хабаровска с обустройством центра круизного и яхтенного туризма, подъездную дорогу к туркомплексу «Воронеж», а также на строительство дамбы дороги в рамках проекта обустройства памятника археологии «Петроглифы Сихача-Аляня», добавила Наталья Якутина. Сегодня в крае насчитывается 230 турфирм и 214 гостиниц, отелей, хостелов. Доходы в бюджет Хабаровского края от организации туристического сектора составляют более 180 миллионов рублей.